Легкоатлетический кросс «Золотая миля», приуроченный к столетию образования в ЛКСМ, как и в предыдущие годы, оказался массовым. Организаторами молодежных стартов традиционно выступают преподаватели кафедры легкой атлетики, плавания и лыжного спорта Брестского государственного университета имени Пушкина. Студенты поддерживают марафон с воодушевлением. Для того, чтобы студенты могли себя проверить, для того, чтобы мы, как представители факультета физического воспитания, могли посмотреть уровень готовности наших студентов. И кроме этого, у нас даже в программном материале есть так называемые кроссы. И, естественно, мы вот эту кроссовую подготовку вводим его, и студенты сдают это как норматив еще кроме этого. У нас ведется еще командная борьба, поэтому и у нас были годы, когда даже студенты других факультетов выигрывали у факультета физического воспитания. Массовый молодежный забег состоялся в парке культуры и отдыха 1 мая. На старт вышли несколько сотен юношей и девушек, порядка 400 участников. Основной маршрут вдоль парка. Пробежать нужно целую милю. Это 1600 метров. У нас достаточно ребят, которые в каждом направлении имеют свои интересы. То есть каждое мероприятие охватывает определенную часть актива тех ребят, которым это интересно. То есть заставлять никого не нужно. Все приходят в своей инициативе. По итогам состязания 12 легкоатлетов удостоены медалей. За первые места спортсмены награждены ценными призами. Но сами участники признаются, в соревнованиях такого плана важнее другое. Вообще массовый спорт, он объединяет всех людей, потому что как бы всем нравится, все хотят где попробовать, потому что друзья идут, и как бы почему ты будешь отставать от друзей, и ты то же самое приходишь к людям, и всем нравится, когда вот люди, посмотрите, все люди счастливы. 29 октября Ленинскому комсомолу исполняется 100 лет. Мероприятия, посвященные этой дате, продолжатся.